Итак, дорогие друзья, всем привет. Hello, bonjour. Значит, начинаем наш традиционный урок по притчам. Сейчас я в синагоге молился и встретил своего знакомого одного. Он такой интересный человек. Был когда-то в сборной СССР по гребле. Очень сильный такой, мощный человек. И он потом занимался разными бизнесами. Такой он сейчас уже в хорошем возрасте. Обеспеченный такой бизнесмен, все. И он, значит, он бывший спортсмен такой. И он говорит, я ему подарил когда-то книгу «Экклезиаст», Каэлит, значит, вот то, что я написал в комментарии, в этом весь человек. И он говорит, ты знаешь, начал ее читать, говорит, что тебе сказать, у тебя талант. Говорит, талант, вот здесь есть талант писать, есть талант. А я говорю, что талант это как зерно. Просто как зерно. И талант есть в каждом. Абсолютно в каждом есть вот это зерно творчества. Талант это как творчество, да? Но для того, чтобы это зерно проросло, нужен конкретно тяжелый, ежедневный, рутинный труд. И тогда это зерно прорастает и дает плоды. А просто талант... И мне очень нравится, вот есть такой Харути Мураками писатель. Он сказал, что для того, чтобы быть хорошим писателем, нужно три вещи. Талант, и тоже он сказал, это есть у каждого. Концентрация, умение 4-5 часов сидеть над одной темой, не отрываясь. И настойчивость, делать это ежедневно на протяжении года. И тогда любой человек может написать супер-мега-книгу. Вот так я ему ответил. А сейчас, почему я об этом вспомнил? Значит, в Израиле, в магазине Талдот Ешурун организации, они просят эти книги, чтобы продавать их. Но я не знаю, как их доставить из Украины. В Украине есть эти книги, они лежат у нас в офисе. Напечатали их 1000 штук, уже где-то штук 500 продали, но 500 еще есть. И если кто-то знает, как эти книги можно доставить в Израиль, каким-то образом передать, переслать из Киева в Израиль, то это будет очень хорошее дело. И также это может быть и оплачиваемое дело. Это может быть и оплачиваемое дело. То есть я готов за это тоже и заплатить. Потому что польза от этого, безусловно, есть. И вот, нужно отправить эти книги «В этом весь человек» в Израиль. Кто, если знает, как есть идеи, напишите, пожалуйста, в комментариях. И Яков Шатадин тоже, он как раз подумает и поможет, как это реализовать. Все, а сегодня мы как раз начинаем 22 главу. Мы закончили 21 главу. Последний отрывок был, что конь подготовлен. Подготовлен конь для дня войны. То есть человек должен готовиться, он должен приложить все усилия к тому, чтобы выстроить свою личную жизнь правильно. Но победа идет от Бога. То есть Бог, Он судит мир. Есть личное провидение каждого из нас, а есть общественное. И когда общественное сталкивается с личным, то общественное побеждает личное. И человек может подготовить супер-мега-коня для войны. Прямо он так подготовился, что капец. А на встрече идет хорошо обученная армия на танках, и все, и никакой конь ему не поможет, даже если он сильно его хорошо подготовил. Да. Теперь 22 глава, она начинается с, я считаю, что это, ну, для меня это лично был вот главный бизнес-совет, который только можно было получить на этом этапе. Вот у меня сейчас конец года, планирование следующего года, у меня очень много разных проектов, бизнес-проектов. И мне, значит, этот отрывок, он прямо меня совершенно, ну, как бы, дал мне направление очень крутое. Значит, звучит 22 отрывок так. 22 глава, первый отрывок. Звучит так. «Нивхар шем миошер рав». «Лучшее имя, чем большое богатство». «Микесев умизаав хентов». «И лучше, чем серебро и золото хентов» – это хорошее отношение, приятность. Значит, объясняет Малбим этот отрывок следующим образом. Есть богатство, есть большое богатство. Кто такой богатый человек по Торе? Значит, мы учили в Пирке вот, что богатый человек по Торе – это тот, кто самеах бехелко, тот, кто рад своему уделу. То есть богатство – это некое состояние, когда у человека есть избыток. То есть когда ему хватает на все, что ему нужно, и у него есть избыток. Поэтому богатым стать очень легко. Нужно просто свои потребности снизить максимально, как Тора нас тоже учит. На воду пей, хлеб ешь, на земле спи, жизнью страданий живи, Тору учи. Если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и будет тебе хорошо в мире грядущем. Что это значит? Это значит, что если ты снизил уровень своих потребностей до вода, хлеб, земля
и на земле спать для тебя тоже нормально, то тебя Тора не заставляет отказываться от всего остального. То есть ты можешь все остальное, как Яков сказал Исаву, его спрашивает, а что это, Исав спрашивает. Он говорит, это мне Бог дал. То есть это не то, к чему я гнался, к чему я стремился, это не то, что было для меня целью. Это то, что мне Бог дал, значит, я к этому отношусь вот как подарок, да. Так вот, когда человек, значит, он снизил свои потребности, то есть уровень достаточности до минимума, то он тогда все, что сверх этого, принимает, счастлив он и хорошо ему. Счастлив он и хорошо. Это богатый. Теперь ошер рав, большое богатство, это уже некая объективная реальность, когда у человека есть много денег, избыток денег, он богатый, дома, квартиры и так далее. Это уже называется большое богатство. Но нам говорит царь Соломон, что лучшее имя, чем большое богатство. Что такое имя? В современном мире очень понятно, что такое бренд. Бренд – это некое восприятие людей, репутация. Репутация в глазах людей, восприятие людей. Почему бренд лучше, чем Ошер Арав? Если мы возьмем компанию Coca-Cola, например, имя Coca-Cola стоит само имя 90 миллиардов долларов. И заводы их стоят 90 миллиардов долларов. Забери заводы, забери все. Сам бренд Coca-Cola, остается стоимость вот этого вот логотипа и восприятия людей и истории Coca-Cola стоит 90 миллиардов долларов. Говорит нам, Малбим объясняет, что когда у человека есть большое богатство, у него есть плюс. Какой у него есть плюс? Значит, по пирамида потребностей, человек вначале удовлетворяет свои физиологические потребности, потом человек второй уровень удовлетворяет свои потребности в безопасности. Это пока идет просто богатство. Ну, не богатство, просто у человека должен быть достаточный уровень, что кушать, что пить, где спать и так далее. Дальше идет удовлетворение потребности в причастности к какой-то группе, а дальше идет потребность в почете, в том, чтобы в этой группе подняться на высокую ступень. Амбиции. Амбиции и кого-то, почет. Так вот, зачем людям нужно большое богатство? Чаще всего большое богатство им нужно не для того, то есть он уже не знает, то есть он уже обеспечил свои потребности. Большое богатство нужно человеку для кого-то, для почета, чтобы его уважали, чтобы его слушали, чтобы у него было влияние. Так царь Соломон говорит, зачем этот весь путь? Если у тебя есть хорошее имя, у тебя есть такое же влияние. Но в чем плюс хорошего имени? Хорошее имя, где оно? Оно – это ты, это твое приобретение, то есть это твоя репутация. Большое богатство – это что-то вовне тебя, которое ты должен охранять, за которым гоняются преступники, бандиты, полиция, милиция, ну и так далее. То есть большое богатство имеет минус, что его надо охранять. Я помню, когда-то мы были в Америке с Рав Менсоном Зильбером. И я тогда работал в Талдоте Шерун как раз, и мы с ним стояли на 34-й, по-моему, улице в Манхэттене, там, где бриллиантовые магазины, и ждали кого-то, чтобы попросить денег на ешиву, там, на изучение Торы, ждали какого-то чека. И, значит, он там были такие бриллиантовые витрины, там бриллианты, это улица, где торгуют драгоценностями. Я говорю, Рав Бенсон, вот посмотрите, а он стоит на углу и учит там недельную главу, значит, читает, все, довольный, счастливый, там нашел какой-то один хидуш такой, ну вот, новое в Торе, просто сияет. Я говорю, Рав Бенсон, а вот смотрите, люди как живут, ну, совершенно в другом мире они живут, Манхэттен, бриллианты, золото, все. Говорю, а вам это не хочется, говорю, ну вот, как бы... Он говорит, был такой там великий раввин, не помню сейчас как фамилия, он как-то приехал к одному очень богатому человеку, и этот богатый человек показывает ему дом, картины, бриллианты, серебряные там эти канделябры, все. И говорит раввину, вам не хочется это все иметь, значит, вот. А раввин такой живет в ешиве, в маленькой комнате, учит Тору целый день. Этот спрашивает, вам не хочется это все иметь? Он говорит, а вы знаете, говорит, я все это имею, говорит. У меня даже, говорит, удовольствие больше, чем у вас. Тот говорит, в смысле? Он говорит, ну смотрите, я могу к вам же прийти в гости и на все это посмотреть, полюбоваться. Могу, вы же меня, ну, приглашаете, приглашаю. Он говорит, значит, мы в сфере восприятия, мы с вами равны. То есть я могу любоваться, и вы можете любоваться. Но, говорит, у меня ситуация лучше, чем у вас. Почему? Он говорит, потому что вы должны все это охранять. Вы должны все это охранять. Вы, конечно, можете это продать, а я не могу это продать. Но, говорит, дай Бог, что вам никогда не приходилось это продавать. Я думаю, вам и не придется никогда это продавать. То есть вы это накупили,
Продавать вы это не собираетесь. Вы удовольствие, которое вы получаете от посмотреть, я имею такое же удовольствие, можно в Лувр пойти, в музей в любой, ну и так далее. Но на вас еще есть сложность, вы должны это все охранять. Охранять, хранить, за вами за это гоняются, хотят убить, отравить, как есть. Вы знаете, интересно, я недавно просто случайно читал, самая богатая женщина в Монте-Карло, или в Монте-Карло, или в Монако, ее же убили. Кто ее убил? Муж ее дочери ее убил. Потому что он хотел получить... Она его не любила, этого мужа дочери, она там миллиардерша. А дочка ее, ее дочь, его жена, заболела. И он боялся, что умрет его жена раньше, чем она. И он ничего не получит наследство. Так он решил ее убить. И он, значит, нанял там кучу киллеров, там все. В общем, ее убили, а его посадили, и дочку посадили, потому что она знала и не сказала маме. Понятно, да, история? Поэтому большое богатство не всегда приносит большую пользу. А вот хорошее имя, репутация, оно приносит всегда большую пользу. Оно с человеком, это его личный бренд. Теперь дальше. И почему лучше, чем серебро и золото, приятность в глазах людей? Значит, когда есть у человека серебро и золото, то оно тоже, мы уже учили, что все любят ишматан. Тот, кто раздает, дает подарки, все стремятся к богатому человеку, только они стремятся не к нему, а к его богатству. И это происходит на уровне подсознательном. То есть человек думает, что можно что-то получить, и он тянется не к самому человеку, а к богатству. Теперь понятное дело, что когда есть у человека богатство, он может этим пользоваться. То есть перед ним открываются любые двери, он может давать взятки, он может то, он может это. Но в чем здесь минус? Минус опять же в том, что на это же богатство идут как хорошие люди, так и обманщики, аферисты, там, грабители и так далее. Теперь, но если у человека есть приятность в глазах других людей, то есть он вызывает у других людей желание помочь, желание сделать для него что-то хорошее, так он привлекает к себе только хороших людей, потому что плохие люди, ну что они с него заберут? Ничего, добро делать они не хотят. И получается, что имея доброе имя, репутация и приятность других людей, можно получить все те же бонусы, которые дает богатство, но при этом не иметь его минусов. Понятно, да? Это поэтому бренд. Бренд, то, это мы в Каэлите тоже учили, Тов Шем Мишем Интов. Вейома Мавет Мейома Ивалдо. То есть лучше, хорошее имя, чем масло помазания, и день смерти лучше, чем день рождения, потому что в день смерти ты уже получив бонусы за свой жизненный путь, с ними уходишь. Но что ты можешь унести? Серебро, золото ты не можешь унести. Только добрые дела, хорошее имя, заповеди и Тора, которую ты выучил. Все, это с тобой навечно, навсегда. Понятно, да? Теперь второй отрывок. Второй отрывок меня всегда пугал, потому что у меня в жизни было очень сильное подтверждение этому второму отрывку. Значит, он звучит так. Он не то чтобы меня пугал, вот тоже интересный момент, что я, значит, когда-то с детства я стремился к деньгам. То есть у меня была вот прямо с, сколько я себя помню, наверное, с 5 лет, у нас была очень небогатая семья, мне ничего практически не покупали. И я с детства, у меня возникла такая из-за этого тяга. Вот говорят, что детям делаете все хорошо, но они из-за этого вырастают немотивированные. А у меня наоборот, в детстве было, вот мне родители там что-то не покупали, не додавали. И я из-за этого сказал с детства прям себе, все, я добьюсь всего в жизни сам. Вот сколько я себя помню, это мне создало прямо с 5 лет дикую мотивацию добиваться в жизни целей. И я, значит, помню, вот сколько себя помню, я себе как-то поставил цель еще в детстве к 30 годам стать миллионером. И всю жизнь я стремился к деньгам, и до сих пор вот у меня вот эта мысль заработать, она является, можно сказать, внутри как бы, ну, сутью моей натуры. То есть я везде вижу деньги, то есть везде, вот на любую мне посмотреть историю, и я везде вижу, как заработать в любом деле. И, значит... Честно, открыто и прозоро. Ну, а чего? Как, ну, и вот я как-то... Ну, я раньше не знал Тору, и я зарабатывал, но нарушая какие-то законы, которые... Ну, я не знал всего то, что мы учим сейчас. Я общался со злодеями, с аферистами, не разбирался в людях и так далее. И я все время... И в конце концов, так как я Мишли не знал, нас здесь предупреждали, что посеешь, то и пожнешь. За все свои неправильные поступки я к 25
пяти годам потерял вообще все деньги, в общем, влез в какие-то долги, в ямы там такие, все. Хотя до этого я уже был близок к миллиону, в 25 лет я ездил на Range Rover, ну, был очень хорошо зарабатывал, у меня была своя фирма, я все время был такой, как, ну, лидер. И, в общем, я, но благодаря этому, я стал в 26 лет религиозным. И я стал религиозным, я все оставил, вот как Яков голый, когда он, когда его догнал Элифаз, его племянник, и сказал, мне папа сказал тебя убить, то сказал ему Яков, забери у меня все, вот я останусь вообще без ничего. А бедный, как мертвый, и все, я умер. И вот у меня в 26 лет я умер, то есть я приехал в Израиль, вообще без копейки денег. У меня не было ни копеечки денег вообще. Пришел в Ешиву, сел вот так вот и начал 26 лет новую жизнь без денег. А потом у нас родился ребенок, жена была со мной тоже. Мы жили в дикой бедности, жили, нам давали на пожертвования. Кто-то открыл в магазине, мне в Ешиве платили $300 в месяц. И мне платили, кто-то открыл, я не знаю кто, в магазине сказал, что вы можете на $200 в месяц брать еду. И вот мы на $200 в месяц брали еду, и $300 я получал, из них 250 мы платили за квартиру. У нас оставалось $50 в месяц, и так мы жили 2 года. Значит, жили мы так 2 года, и потом я начал преподавать, начал чуть зарабатывать, больше, больше, ну и так далее. Потом я с 33 лет начал заниматься уже, опять вернулся к бизнесу, стал бизнес-тренером, начал обучать. Сейчас у меня там, слава богу, тренинговая компания, издательство, 1 000 000 подписчиков, бренд и так далее. То есть все это произошло вот за последние 12 лет. Но вот теперь второй отрывок в притчах в 22 главе звучит так. «Ашир вараш нивгышу, богатый и бедный встретились, асе кулям ашем, делает все Бог». Значит, почему меня сейчас этот отрывок пугает? Был такой момент, когда я только-только, вот переход у меня был между Торой и преподавательской деятельностью как тренер. И я приехал в гости к одному богатому человеку, а переход как был? То есть я вначале собирал деньги для Ешив, потом открыл свой проект религиозный, потом я добавил к этому проекту тренинги для еврейских студентов, а потом я начал добавлять тренинги за деньги уже для всех остальных. И так у меня развивался бизнес. Это был как раз тот период, когда я только начал я чуть-чуть зарабатывать. И я пришел к этому богатому человеку в гости на шаббат. Он на тот момент был очень богатый. Но он тоже мало учил Тору, поэтому он говорит такую вещь. Жене своей говорит, шаббат, жена. Он говорит, вот Ицхак, например, он бедный, а я богатый. Жена ему говорит, как ты можешь, прям вот у них возник конфликт, что ты человека взял, обидел, он бедный. Он говорит, ну что, если он бедный, а я богатый. Я не обиделся, я как сейчас помню, я не обиделся, но через какое-то время я услышал объяснение этого отрывка от Рав Яакова Блайха. Как раз, и он рассказывал, что жизнь она как колесо, и также объясняет этот отрывок Малбим. И богатство, бедность, это то, что меняется, это как волны идут. И вот Бог все время делает так, что встречаются вот богатые и бедные, и в этот момент они могут легко поменяться мазалем, судьбой. Когда, и как раз Бог смотрит на их, ведь Бог же дал богатому богатство, и Бог иногда дает человеку бедность, ну, потому что это его какое-то исправление там и так далее. Теперь, значит, и вот они встречаются, и во время их взаимодействия у них может поменяться мазаль. И мазаль, судьба богатого, перейдет на бедного, и он поднимется вверх, а у богатого пойдет вниз. Не знаю, как это совместить, с того момента тот человек, у него все, он все потерял. У него реально он потерял все, то есть вот он в огромных долгах, он там, ну то есть он все потерял, что у него было. У меня пошло вверх, 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 вверх. Я сейчас, слава богу, хорошо зарабатываю все. Я поэтому очень сильно, вот эти вот моменты встречи, когда тебя кто-то там встречается, Бог смотрит. Ведь мы должны понимать, а вот нам сказана такая вещь, Пертьявот, что дай ему из его, что и ты, и все, что у тебя есть, это его. То есть, когда ты кому-то помогаешь, это ты не своего даешь. Тебе дал Бог, ты передаешь. В том, что он тебе дал, есть обязательно вот та часть, которую Бог предусмотрел, что ты должен дать другим людям. Дай ему из его, что ты и все, что у тебя есть, его, Бога. И там дальше продолжается, что царь Давид, он говорил, «Ти мимха аколь, от тебя все, уми ядеха из твоей руки и натну лах, отдадут тебе же».
Я с тех пор очень стараюсь вот эти вот моменты, когда ты встречаешься с кем-то, очень быть надо осторожным. Но тут интересная тоже есть вторая часть этой истории. Проверяют богатого и проверяют бедного. Потому что если бедный в этот момент завидует, если он говорит, что все богатые сволочи, он как бы себя проклинает. Он проклинает себя. Если богатый говорит бедному, так тебе и надо, то тогда та мера, которую человек меряет, меряют ему, потому что он не лучше, чем этот. И очень важно вот в эти вот моменты держать правильный баланс. То есть, а что правильный баланс? От сдати никто не обеднеет. От хорошего слова обидеть человека нельзя вообще. То есть здесь надо очень-очень быть осторожным, потому что, как нам сказал царь Соломон, а это мудрость, прямо мудрость, высшая мудрость. Как написано, богатые и бедные встретились, а секуля машем, все делает Бог. Это не твоя заслуга, что ты богатый, не твоя проблема даже, что ты бедный. Сейчас такой этап, потом другой этап. То есть важно, на каком бы ты ни был этапе, что важно быть человеком, идти по Торе, правильно соблюдать заповеди, потому что в этом весь человек. Весь человек в соблюдении заповеди, а не в том, сколько у него есть денег, как он одет и так далее. Понятно, да, идея? Теперь и последний на сегодня третий отрывок. Третий отрывок, он звучит так. Арум, ра, ра, вейстар. Значит, хитрый, арум это хитрый, увидел зло и спрятался. Теперь, что сделал Уптаим? Птаим это наивные, авру венейнашу. Наивные, они нарушают, переходят и за это наказываются. Значит, в чем разница между хитрым и наивным? Наивный это человек, который видит вещь как есть, и он не обдумывает ее последствия. То есть он видит жизнь в виде такой двухмерной картинки. Вот есть штука какая-то, и он не понимает, что у всего есть последствия. Что посеешь, то и пожнешь. Хитрый, он понимает, он видит любую ситуацию двухслойно, иногда трехслойно, иногда четырехслойно. Иногда он настолько хитрый, что он выдумывает какие-то комбины. То есть он видит мир по-другому. Это хитрый. Теперь хитрый, он даже если увидит зло на втором этапе, что ему может быть зло, он спрячется от него. То есть есть у каждой вещи есть первое последствие, есть второе последствие. Значит, хитрый, он, видя эти все последствия, даже если на втором шаге есть зло, он уже от него прячется. Наивный, он даже если на первом шаге видит зло, он делает и наказывается. То есть он не понимает, что у всего есть последствия. Вот это разница между ними. Поэтому мы должны быть... Хитрость – это не порок, это не порок. Хитрость – это свойство мышления, которое очень хорошее, оно очень близко к логике. Бина – это видеть вещи из вещи. Хитрость – это видеть последствия из последствий, да, и видеть все эти схемы. Это просто свойство ума. Теперь, если хитрость, она применяется к борьбе с ецерара, это отлично, борьба со злым началом. Если хитрость применяется для того, чтобы кого-то обмануть, это плохо. Но сама по себе хитрость – это хорошее качество ума, позволяющее видеть последствия своих действий. Все, три отрывка мы выучили сегодня. Давайте еще раз определимся. Первое, самое главное – это репутация, личный бренд. И об этом надо, это лучше, чем деньги, чем серебро. То есть, если у тебя есть доброе имя, оно всегда с тобой навечно. Второе, что мы изучили, богатый с бедным встречается, делает все Бог, жизнь – это колесо. И поэтому особо не надо заморачиваться. То есть, если ты сейчас наверху колеса, очень будь осторожен в взаимоотношениях с теми, кто внизу колеса. Это сейчас расчеты Бога, и ты, ну, чтобы, не дай Бог, не поменяться. Да. Хотя царь Соломон сам же, он говорил в Каэлите так, что «Шав ведвар казав аркет мимени», то есть «пустой лживо от меня отдали». «Раш веошер» – бедность и богатство альтитенли. Он не хотел ни бедности, ни богатства. Он не хотел быть в этих двух крайностях. «И трефени лехем хути» – накорми меня законным хлебом. Дай мне законный хлеб, чтобы было что покушать, чтобы все было по закону. И это идеальное состояние для человека – золотая середина. И вообще вся Тора, весь иудаизм – это поиск золотой середины, без крайностей и выстраивания своей жизни здесь и своей жизни там. А сейчас у нас впереди шаббат, всем шаббат шалом, чтобы был хороший вот этот день, посвященный Богу, выделите день, посвященный Богу,
выйдите из этой суеты и с Божьей помощью шаббат снова благословение, чтобы у вас было благословение на всю следующую неделю и на весь следующий год и на весь следующий месяц. Все, а мы переходим на 22 глава, будем учиться. В воскресенье с Божьей помощью еще будет мой урок. Все, пока. Жду ваших выводов. Обязательно жду ваших выводов. Пока.